тихо уж. Вырывают решетку. Я тебе сказал, что руки делают. Подойди сюда. Оторвалась эта самая у них хуйня от машины. Давай перейдем на ту сторону, Валя. Ты успокойся, тут интереснее. Вот пидоры, блядь. Да не матюкайся, я снимаю. Вовремя как решетки поделали на ментовке. Ты можешь сесть, а? Или стать вот там за стенку, ну? Я предлагаю лица поехать в Артемовск. Ты думаешь, там другое? Я думаю, там то же самое. Я думаю, там то же самое. Не зря Запорожье блокпосты поставили. Тихо. Тихо! Тихо, тихо, сынок, тихо, блядь. Кусок мяса погрей. А что у тебя он светит? Ну, у меня нету этого антивируса. Пошли. Кусок мяса порежь, покорми. Пошли, куша. Там то, что я уже приготовила мясо. Куша. А что так мало? Ты нормально? Ну, творога добавлю потом. А что еще?